Приветствую, командиры! На связи комьюнити-менеджер Артувар Евгений Джастпинка. И сегодня я расскажу вам, как купить товары в нашей игре, если вы играете на Android и у вас не работают платежи через Google. Собственно, вам надо скачать особую версию, нашу пк с альтернативными источниками оплаты. Эту версию можно найти во всех наших социальных сетях, ВКонтакте, в Дискорде, в Фейсбуке или в Телеграме. Также вы можете отсканировать QR-код на экране, который позволит вам также скачать эту версию. Для примера мы возьмем группу ВКонтакте. Вот переходим по инструкции, и вы видите ссылки. Скачивайте их. Обязательно проверьте, привязан ли ваш аккаунт к Google, чтобы сохранить прогресс. Если все окей, то после установки вы увидите выбор фракции. И здесь будет написано ⁇ Рестор за аккаунт ⁇ вы нажимаете этот рестор, то есть восстановить, и ваш прогресс автоматически подтягивается. После этого заходим в игру, нажимаем магазин, выбираем необходимый товар. Я возьму для примера вот кредиты, я уже предварительно задонатил. Вот, жмем купить. Вы видите, купить через Google и другие способы. Вот другие способы, это наш вариантик. Нажимаем, у нас открывается отдельная вкладка ⁇ Выбрать способ оплаты ⁇ Здесь вы выбираете, каким способом хотите оплатить. Карта банка, Amazon Pay и еще другие варианты. Например, хотите оплатить по карте. Собственно, здесь все вводите, жмете ⁇ Оплатить ⁇ Запомнить карту это не обязательно. После этого прилетает вот такая штучка, что все successful. Все отлично, можно возвращаться в игру. И после того, как вы запустите игру, вернетесь в него. У вас, собственно, будет ваш э, купленный товар. Собственно, все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, поможем, расскажем. Собственно, все. Всем спасибо и подписывайтесь на наш канал. Пока!